Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас 31 июля, на часах 9:56. Проснулась я сегодня довольно рано, в 9 утра. Кстати, приехала уже моя двоюродная сестричка, я в прошлом влоге немножко вам рассказывала. У меня уже здесь рядом есть раскладушка, поэтому мы в моей комнатке, скажем так, в тесноте, да не в обиде. У меня сегодня нереально важная миссия, потому что я в 12 ночи иду поздравлять одного человека с днем рождения, и мне нужно купить шарики, мне нужно докупить коробку для подарка и открытку. У нас, кстати, температура немножко уже понизилась, потому что прошлые 2 недели это был просто ад, адище. Поэтому, да, просыпаемся, идем завтракать, умываться и убирать в первую очередь в комнате, чтобы хоть более-менее тут было нормально находиться. Пришли с обеда домой, посидим немножко дома, потому что на улице нереально жарко. Потом вечером мне нужно отвезти мою маму на ее процедуры для похудения в соседний город. И пока она будет на процедурах, я хочу поехать с моей сестричкой в торговый центр. Она хотела пойти в магазин Victoria's Secret, там, кстати, сейчас скидки, чтобы посмотреть вот эти спреи для тела. Я их тоже очень люблю, у меня их есть несколько дома. Поэтому вот пройдемся по торговому центру, а вечером я иду на ужин. Поэтому покажу вам мой макияж, наверное, сегодня вечером, мой образ. Не знаю еще, что надеть, потому что так жарко. Вроде бы много красивой одежды есть. Когда думаешь, что ты это наденешь, из тебя будет просто все течь. Просто пропадает желание вообще куда-либо выходить. Сейчас у меня в комнате будет небольшая перестановка, потому что я каждый день раскладываю раскладушку вот эту, на которой спит моя сестричка. Но она реально нам тут мешает, поэтому я думаю, вот этот стол переставить, передвинуть к окну. Здесь будет больше места. И на это место я поставлю мой комод с бельем и так далее. А вот эту раскладушку каждый день я буду запихивать сюда внутрь шкаф, после того, как мы просыпаемся, чтобы она нам не мешала. Мне кажется, так будет даже больше места. Будет намного удобнее. Я еще на этот комод могу что-то положить. В общем, попробуем сейчас это сделать. Не знаю, что получится, потому что реально в моей комнате жутко мало места. Мы ждем маму. Хочу показать вам, что мы купили сегодня в Victoria's Secret. Я взяла себе вот такой спрей. Это, походу, какая-то новая линейка у них. Он очень вкусно пахнет яблочком. Поэтому, если любите свежие ароматы, обязательно присмотритесь. Моя сестричка взяла себе вот такой спрей с шиммером. Тоже очень красиво смотрится на теле. Очень много блесток, классно переливается. И вообще, это тоже очень крутой запах. Но мне больше нравится без блесток. Также тоже моя сестричка взяла себе вот такой лосьон для тела. Romantic. У меня, кстати, вот из этой линейки спрей. Очень тоже классный. Присмотритесь к данному аромату, если будете в этом магазине. И я купила себе белье. Я уже пришла домой, ребята. Нужно быстренько собраться на ужин. Я хочу себе сделать кудри, потому что я давно крутила волосы. Не крутила с тех пор, как сделала вот эту процедуру по выпрямлению. Как-то, не знаю, все время хотелось ходить с ровными, а сегодня какое-то у меня настроение на кудри. Сейчас я включу себе какое-то видео на YouTube и буду краситься. Не знаю, что сначала сделать, волосы или макияж, наверное. Сначала сделаем все-таки волосы. Кстати, новая перестановка в комнате мне очень даже нравится, потому что я сижу за компьютером напротив окна, не знаю, как-то больше света, поэтому пока что я, наверное, оставлю все так. И вообще хочу сделать полностью перестановку в моей комнате, передвинуть кровать. И вообще каждый год, наверное, 2 раза в год я делаю какую-то перестановку. Вообще человек, который любит какие-то перемены. Мне не нравится, когда вещи стоят на одном месте слишком
много времени. И это, в принципе, видно по моей комнате, потому что я постоянно тут что-то двигаю, передвигаю, переделываю. Кстати, очень многие спрашивали про мой утюжок. Вот так он называется, GHD Platinum Plus. Это дорогой утюжок, он стоит примерно 250 евро. Мне подарила его мама, если не ошибаюсь, на 20-летие. И вот он мне уже служит несколько лет. Я очень им довольна. Действительно, в некоторых вещах лучше, наверное, заплатить больше, и вещь тебе прослужит намного дольше, нежели экономить и менять каждый год по несколько утюжков. Вот, поэтому он меня полностью устраивает. Он не сильно широкий, не сильно узкий. Стандартный размер. Я ее могу как и выпрямлять волосы, так и завивать. Получилось очень даже неплохо. Приступаем теперь к макияжу. Вот такой у меня был финальный образ. Кстати, обязательно пишите в комментарии, как вам. На ужин мы поехали в очень красивое место, где в основном подавали рыбу и морепродукты. Я кушала осьминога, и также мы разделили одно из самых крутых блюд в этом ресторане. Это паста с лобстером. Было безумно вкусно. Про десерты я вообще молчу. Думаю, это один из самых лучших вечеров этого лета. Всем доброе утро! Сегодня у нас уже 3 августа, и сегодня мы едем вместе в аквариум в Генуе. Я решила повезти туда мою сестричку, потому что я была в аквариуме в Генуе уже 2 раза, и мне кажется, это одно из самых крутых мест, где я когда-либо была. Я вообще обожаю животных, обожаю все то, что связано с животным миром, а увидеть животных, которые живут в океане, в разных морях, мне кажется, это безумно интересно. Поэтому да, у нас поезд буквально через 15 минут. Я взяла с собой такой большой черный рюкзак, взяла также 2 полотенца, взяла купальник, потому что все-таки мы на море, мы не планируем купаться, потому что кто когда-либо приезжал на море в Гены, вообще в Лигурию, в Италию, думаю, вы знаете, что там безумно соленая вода, поэтому если вам потом негде помыться, лучше не купайтесь, потому что вашим волосам и вашей коже придет полный пипец. Но я на всякий случай взяла и полотенце, и купальник. Посмотрим, возможно, пойдем и искупнемся. Билет в аквариум стоит 29 евро, плюс у нас дорога вынесла туда и обратно на человека примерно 45. Общая сумма на человека, дорога плюс аквариум, вышла 84 евро. В принципе, это немного, потому что мы едем на скоростном поезде. Хотели взять билеты подешевле, но, к сожалению, не было, потому что я билеты заказывала вчера, а сейчас все, по сути, едут на море, поэтому очень сложно достать билеты. Перед тем, как пойти в аквариум, мы решили погулять по городу и, конечно же, попробовать типичную еду Лигурии – фокаччо. Моя самая, кстати, любимая – это фокаччо ди Рекко. Очень советую всем попробовать. Примерно в 2 часа дня мы зашли в аквариум. Было очень мало людей, что безумно меня порадовало, так как это позволяло не спеша рассмотреть каждый аквариум и познакомиться ближе с морскими обитателями. Эмоции в этом месте просто переполняют. Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call. На этом мое видео подходит к концу. Спасибо всем большое за просмотр. Мы увидимся с вами уже в Париже. We were dancing in the dark with a feeling.